Олимпиаде в Сочи нужны волонтеры. На этот призыв откликнулись 1000 россиян. Это бизнесмены и домохозяйки, студенты и пенсионеры. Возраст практически не ограничен – от 18 до 80 лет. Главное, на что обращает внимание жюри – это хорошая физическая подготовка и умение уверенно стоять на лыжах. Кататься по горам они будут 5 дней в неделю, по 8 часов в день. Необходимые знания английского. Волонтеры – это вообще клевые люди, потому что они, с одной стороны, умеют делать что-то профессиональное в своей профессии, с другой стороны, они с удовольствием бесплатно и куражно занимаются чем-то своим любимым. Подобные отборы пройдут еще в нескольких городах России. Волонтеры начнут работу уже на тестовых соревнованиях по горным лыжам, сноуборду и фристайлу на трассах в Сочи в феврале 2013 года.